Дякуємо, що залишаєтеся на цьому телеканалі. Мене звати Євген Салтан. Вітаю. Найближчі півгодини говоримо про те, чого очікувати від сесії Одеської міської ради, яка відбудеться вже завтра. Говорити будемо разом з нашими гостями, а саме депутаткою Одеської міської ради Лілією Леонідовою. Вітаємо вас, Лілія. Також завітала журналістка УСІ Ольга Баклаженко. Вітаю вас. Та адвокат Євген Іванченко. І вам вечір добре. Добре. Ставимо питання нашим глядачам. Лунає таким чином. Чи треба віддавати в оренду об'єкти комунальної власності, так чи ні? Голосуйте. Чому саме ми ставимо це питання? Я поясню трохи пізніше. На початку є гаряча новина. Детективи НАБУ сьогодні затримали колишнього першого заступника начальника головного управління Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства. Експосадовці разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції підозрюють у заволодінні великої партії тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Така ось інформація з'явилася буквально півгодини тому. Ну, ми переходимо до нашої основної теми. Тож завтра відбудеться сесія Одеської міської ради, на якій збираються віддати низку об'єктів комунальної власності під приватизацію. І саме тому ми поставили таке питання, чи треба віддавати в оренду комунальні об'єкти. Буквально по 10 секунд я хочу почути вашу думку. Який від того є зиск для Одеси, для нашого бюджету, будь ласка. Нет, на самом деле необходимо отдавать в аренду, а потом и под выкуп, то есть по закону о малой приватизации. Но вопрос, каким способом и каким путем. То есть если мы говорим о том, что это должна быть прозрачная процедура через конкурсы, через прозора, как это, допустим, происходит в других городах Украины, то это достаточно большие средства, которые могут попадать в городской бюджет. Ну а если мы говорим о ситуации в Одессе, и это, как обычно, кулуарно через конверт, происходит, то, понятно, выхлопа для бюджета и выход, то есть бюджет получает копейки от, и, собственно, как от аренды, и так и от продаж. Дякую. Почув вашу думку, Євгене. Ну, я також погоджуюся з тим, що потрібно давати майно, здавати майно в оренду, отримувати і наповнювати бюджет міста. Але також я знову-таки погоджуюся з тим, що ця процедура має бути законною, вона має бути легальною і максимально прозорою для того, щоб це не було потім в майбутньому тема для маніпуляцій і тема для того, щоб ці рішення оскаржувалися і поверталося все назад. Чому? Тому що сесія збирається, депутати голосують, майно передають, якийсь час, можливо, його там орендар використовує, потім, наприклад, рішення оскаржується, повертається назад і незрозуміло вже в якому стані повертається те майно. Все це, я вважаю, що буде лягати на плечі містян і, відповідно, тому саме має бути ця процедура максимально прозора. Дякуємо, Ольга. Я считаю, что нужно разделить мухи отдельно, а компот отдельно. Вот в данном случае город должен определиться, что он сдает в аренду, что он продает. И тогда не будет никаких схем. Если мы сдаем аренду, то мы не разрешаем продавать в течение 5 лет. Тогда это действительно арендатор, и он вкладывает. А когда происходит, что они сдали, допустим, в конце 2018 года, еще не успев сделать ремонт в 2019 году, уже продают, это не аренда, это скрытая приватизация. И я категорически против. Это не подходит под определение малой приватизации. Это подходит под приватизацию в одни взятые конкретно руки конкретного помещения. Вот я против того, чтобы у нас аренда и приватизация шли вместе. Они должны быть разведены раз и навсегда. Нет, закон предусматривает, что приватизация возможна только в случае, если будет улучшение не менее чем на 25% от оценочной стоимости помещения. И мы понимаем, что в нашем случае оценочная стоимость занижается. То есть то, о чем вы говорите, очень правильно. И, собственно, закон даже прописана, норма закона именно с этой точки зрения. Но то, что у нас происходит, оценочная стоимость занижается. То, что нам показывают даже на сессии вот эти полипшения, я сама посетила недавно несколько объектов, которые на прошлой сессии были отданы, приватизированы, и какие там были сделаны улучшения, понятно, что их нет, даже на 10%.
И я соглашусь с тем, что в нашем случае здесь не только не то, что разделить, а наложить мораторий до того момента, пока не будет абсолютно прописана и понятна прозрачная форма отчуждения. Я хочу сказать, что если бы только занижали стоимость, это было бы полбеды, а происходит немножко часто, вернее, достаточно часто другая схема. Когда для аренды стоимость завышают, для того, чтобы конкуренты не подавались, а потом при приватизации пересчитывают и снижают ее. То есть фактически вот по такой схеме горсовет несколько лет подряд сдавал очень интересные разные помещения. И мы видели, как это происходило через распоряжение мэра и так далее. И я надеюсь, что когда-то все-таки наши правоохранители займутся более плотно этим вопросом. Я знаю, ваші колеги з УСТІ, можливо, саме ви інспектували... Інспектували ті об'єкти, які мають віддати під приватизацію, про які об'єкти йде мова, де вони знаходяться, в якому стані? Ми посетили 5 об'єктів, 4 мені предложила комісія, 5 предложила я. В принципе, во всех этих объектах делались определенные улучшения. У меня вызвал вопрос помещение на Сигетской. Почему? Потому что, ну, фактически, вот если даже посмотреть, я не знаю, вот, можно ли вывести, у вас будет на экране. Да, можно будет. Вот зараз окремо мы выведем. Да, вот это вот, если посмотреть, вы увидите, что это на самом деле, это новое здание практически. То есть, по сути, на старом там фундаменте или на старом пятне появилось новое здание. У меня возникает вопрос, как можно вообще такое сдавать в аренду? И почему оно должно идти по такой схеме? Они реально, город делает пакет с землей и отдает вот это помещение, это Сигетская, 13. На мой вопрос, как будет использоваться это помещение, я подчеркиваю, на Сигетской, мне сказали под склады. Вот скажите, нам на Сигетской нужны склады в городе? Это я к примеру говорю. Да, мы же понимаем. И один подвал у меня вызвал вопрос на Греческой, 20. Ну, ребята сделали там действительно определенный, очень серьезный объем работы, но вот если посмотреть опять же на картинку, тут очень четко видно, что помещение не использовалось. То есть это вот та самая скрытая схема, о которой мы говорим, когда помещение ни дня не использовалось еще в аренду. Да, действительно, арендаторы даже вложили деньги, но по сути это путь приватизации. Конечно, это. Если вы пойдете на сайт городского совета и на другие источники и поищите эти помещения, зачастую вы их не найдете. Нету даже, вот я как депутат делаю постоянно запросы, дайте мне полный перечень коммунальной собственности. Не лише ви, багато ваших колег, зокрема і Аня Познякова також. Ну, я говорю за себе, потому что я не знаю, які ответы Аня получає, но я получаю, певно, что нет. Певно, ті самі, що і ви. Інвентаризації повної нет, хоча вона є, і всі знають ці скриті кулуарні списки і перечні помещений, но, к сожалению. Я даже вам скажу, у меня охота за газетами. Я охочусь за газетами, потому что у нас горсовет перестал выпускать Одесский вестник. И с тех пор они могут, ну, публикуются решения и вот эти объявления в разных газетах. И я вот охочусь за газетами, где же публиковали. А тут будет питание до адвоката, де згідно закону про приватизацию має бути опублікований цей список об'єктів, які будуть або надавати. Дивіться, це має публікувати міська рада, це має публікувати фонд державного майна, якщо це відноситься під його компетенцію. Тобто інформація має завчасно бути опублікована на сайтах, люди мають з нею ознайомитися. Якщо процедура запущена по приватизації майна, то було вірно сказано про те, що має бути комісія скликана, яка буде це все контролювати і регулювати всі ці процеси. Має бути проведено інвентаризацію в обов'язковому порядку. І всі ці моменти, якщо вони, наприклад, на даний момент ми припускаємо, ніхто, я думаю, не бачив тих документів насправді, да? Чи воно було, чи не було, в тому числі оцінка. Це все має перевірятися і даватися тому оцінка. Якщо оцінка занижена, не було проведено відповідної інвентаризації, комісія, можливо, була там на папері, яка нічого не контролювала, нікуди не виходила, це є певними підставами вже для оскарження рішення про передачу. От. Про те я і говорив, що має бути все-таки певна прозрачність цього процесу. Це має, але цього, на жаль, немає. За яких умов можуть розірвати договір купівлі-продажу? Ну, дивіться, якщо договір купівлі-продажу вже було укладено, це вже, можна сказати, є певна відповідальність, яка лягає на міську, ну, на продавця, скажімо так. Да? От,
розірвання договору купівлі-продажу будь-якого за законодавством, це тільки в судовому порядку. От, якщо не були дотримані всі ті норми і стандарти, які передбачені в законі там про приватизацію державного та комунального майна, необхідно звертатися. Не знаю, можливо, це може бути ініціатива певна від депутатів міської ради, можливо, громадськість може звертати. В будь-якому випадку всі такі моменти завжди робляться от тихенько, бистренько, як було сказано, що інформація про об'єкти, які викладені, які виносяться на завтрашню сесію, не було, і на запити навіть депутатів інформації не надають. Да? Ну, це вже можна говорити про те, що є певна схема. Потрібно це все висвітлювати, і як показує на сьогоднішній день досвід, закон є закон, але коли на певні, скажімо, схеми проливається світло з боку журналістики, з боку там максимального розголошення цієї інформації, це вже стає важче там щось протягнути, зробити. Потрібно в кожній ситуації окремо потрібно розбиратися. Потрібно робити запити, звертати інформацію, чи були проведені ті оцінки, яка оцінка становить, і таке інше. Ну, як мінімум, це от... Угу. За час вашого депутатства, чи були випадки розірвання договору купівлі-продажу? Нет. Я більше хочу сказати, вот то, що коментувала Ольга, що порой завищають стоїмость, я хочу сказати, що, як правило, участвують один претендент, а всі остальные это подставные лица, и я знаю, каким образом, ну, то есть мне рассказывали, как это происходит, и действительно практически нет публикаций в СМИ, и здесь, на мой взгляд, необходимо изменение в законодательстве, четко регламентировать, потому что, ну, газета это вчерашний день, и даже есть закон о том, что уже там не нужна газета, которая там представляет Одесский там городской совет. И так далее. Мы живем в век интернета, и, к сожалению, на сайте тоже не всегда информацию вывешивают. И, как правило, о конкурсе знают только те лица, которые лицо, которое участвует. Все остальное — это просто еще там несколько лиц, которые там выдвигают там свои требования. И разница в сумме, как правило, как там претендентов, она очень невелика. Очень невелика. Я хочу сказать, что вот буквально час назад комиссия по коммунальной собственности снова собралась и вынесла еще один объект на приватизацию, то есть меньше, чем за сутки до сессии. Ну, сами понимаете, насколько депутаты будут ознакомлены с тем, за что они голосуют. Если вот только в 15:35 они собирались на заседание. Вы, зазвичай, порядок денний отримуєте вже під час сесії, там, за кілька годин до сесії, чи як це? Ну, как обычно это происходит. Изначально, по закону, мы там за 10 рабочих дней получаем повестку дня, в которой, ну, даже изучать-то нечего. Это, как правило, такие технические вопросы, где-то может быть там механическая ошибка, где-то может закрытие программы отчета, там, закрытие. Ну, то есть это та повестка дня, которая первоначальная, на которую потом стремительно там в последние даже не неделю, а нескольких дней выходят самые вот такие вопросы, которые необходимо изучать, которые необходимо анализировать, и документацию, и так далее. И тогда начинается гонка. Гонка, потому что ты документы хочешь получить, они только прошли комиссию, протоколов еще нет, и так далее, и так далее. А мы же знаем еще, что мы порой повестку дополнительную получаем там в 12 ночи перед сессией, да, и там, конечно, мы тогда уже с красными глазами изучаем, и даже там созваниваемся с некоторыми коллегами, с ними, ты изучил то, и ты расскажи. Что за ничное можно выучить. Но это невозможно. Ну, вы же понимаете, что здесь каждая программа, а еще нужно уметь читать между строк и найти, где найти аргумент тому или иному проекту решения. И, как правило, вот такие вот злачные вопросы, которые и сегодня, вот сейчас, на согласительном, могут возникнуть в вечер перед сессией, они выходят в последние часы, скажем так. Бывает даже утром во время, там, перед самой сессией. Тобто немає сумнівів у тому, що завтра за ці земельні питання буде проголосовано. Ну, це не земельне, комунальна власність за те, що проголосує за них. Ну, у мене немає сумнівів. Ви хоча б раз бачили, щоб, ну, бувають, звісно, такі, як от електронний білет ми зараз обсуждали, там вже год ньому там відстоюємо, щоб його не виносили, хоча це теж не путь рішення питання. Ну, як правило, комунальна власність завжди проходила, і ніхто не заостряє на цьому увагу. Яка взагалі у нас орендна плата за комунальне майно?
Ну, вона різна в зависимості від оцінки. Я не можу точно сказати. Як вона надається? Як вона розраховується? Ну, є абсолютно чітко прописані там коефіцієнти, формула. Ну, я зараз не можу вам сказати, скільки там може бути стоїть оренда. Ну, це занижена. Я пам'ятаю, був у нас вопрос, опять же, оцінку крайне рідко виносять на сесію. Тобто по закону ми, як депутати, повинні отримати оцінку на помещение либо на землю вместе с документами, сессионными документами. Как правило, оценку нам никогда не дают. Это, опять же, делаешь либо запрос, либо уже настаиваешь на том, чтобы тебе его выдали. Я помню, на одной из сессий, где-то полгода назад, мы обсуждали, что в центре города полуподвальное помещение уходило, это не аренда, а именно уже выкуп, порядка $150. Причем это в самой центральной улице, и мы понимаем, что ну, невозможно купить за такие деньги помещение, даже полуподвальное, в центре города. И понятно, что все депутаты с улыбкой и с ухмылкой понимают, что это не цена, за которую должен получать город, но тем не менее это так. Як тут, що каже нам буква закону в цьому випадку, як регулювати ось цю орендну плату, можливо, має бути певний ліміт, нижче якого не можна опускатися? В законі в будь-якому випадку передбачені ті ліміти, але ми говоримо про те, що закон у нас зазвичай йде трошечки окремо від реального життя. Було б вірно сказано про те, що зазвичай до міськради звертаються, наприклад, декілька там підприємств, які мають бажання отримати те чи інше приміщення в оренду. Заводяться, на жаль, технічні якісь там підприємства, які також приймають участь в цьому для того, щоб виглядало все з боку закону, чесно, законно і прозоро. От. Далі, стосовно орендної плати, ну, я ж кажу, вона насправді залежить від тої оцінки, яка встановлена, але як ми зараз чуємо, ту оцінку ніхто не бачить. Ту оцінку ми можемо побачити певно, тільки пізніше в кримінальних справах. Люди, які наближені до там, міського голови, бачать ось ці розрахунки. Звісно, є відповідальні особи, є комісії, які складають ті пакети документів, які їх формують. Але те, що комісія збирає і не дає депутатам інформації належної, чинної, відповідної для того, щоб вони могли, скажімо, правильне рішення прийняти в залі, на жаль, це так. От і як депутати справді мають приймати рішення голосувати там за це рішення чи не голосувати, це пальцем в небо. Я розумію, що є певні групи депутатів, які голосують так, як їм, скажімо так, годиться. От і є інші депутати, я навіть відокремлю, які не розуміють взагалі наскільки там той процес законний. Точніше, всі розуміють, просто їм не дають інформацію. І потім тих людей, які голосують, як годиться, ми бачимо в чорній касі Одеської міської ради. У нас є дзвінок глядача. Вітаємо, як вас звати? Алло? Немає. Втратила зв'язок з глядачем. Ми ще 7 хвилин будемо, тому можете перетелефонувати нам і озвучити свою думку. Ви робили запит стосовно орендної плати? Чи... Я зробила дуже багато запросів на тему комунальної власності, передачі в оренду і так далі. Проблема в тому, що вот когда журналист подает запрос, отвечают на самом деле еще хуже, чем когда подают депутат. Но дело даже не в том. Вопрос в том, что на сегодняшний день вот даже на комиссию, когда мы приходим в повестке дня с приложением, нет, например, имен арендаторов. То есть раньше, если они были, то на сегодняшний момент я глубоко уверена, что даже в комиссии, когда голосуют, не очень понимают. То есть как возникла вообще та ситуация, когда я попала вот на этот объезд, потому что уже мы не выдержали, возмутились, что вообще непонятно. Нет, ни фото, ничего непонятно. За что вообще голосуют? На комиссии. То есть это те люди, которые этим профильно занимаются. И тогда вот мы вместе с представителем департамента коммунальной собственности депутатом Матвеем объехали часть объектов. Это было за 3 часа до комиссии. Естественно, объехали мы только половину, а вторую половину никто даже в глаза не видел. То есть вот получается, мы верим чиновникам, который только недавно, вот буквально ДКС у нас проходил по делу по краяну, да, вот мы можем понимать, насколько вообще есть много вопросов в этой ситуации. Мне запрос отвечают один через один. В принципе, если 3 раза
формулірувати по-разному, то на какой-то из разных сказать, ладно, дайте ей уже что-нибудь, что она хочет. Але відповідали. Отвечают, но не все, не всегда сразу. Які там суми вказані в тих відповідях? Все зависит от размера помещения. Обычно, чем больше помещение, чем меньше цена. То есть доходит до 68 долларов за квадрат. Где-то вот так вот. То есть бывают такие помещения, причем это действительно смешные гроши, 68 долларов за квадрат. Это в центре места. Самое страшное, что в эти списки подают помещения. Вот недавно на комиссии было по литературной 1. Литературный 1, можете себе представить, где это находится. Это парк «Юность». Сарай человек улучшил, по-моему, в 3 или в 4 квадратных метра. Вы себе представляете, что можно под 4 квадратных метра в районе парка отвести потом сколько земли? Вот я считаю, что отдельно стоящие строения вообще без земли передавать ни в аренду, ни продавать нельзя. Они только с землей должны идти. Но мы видим Сигетскую склады, мы видим литературные 3 квадратных метра. Был еще один сарай на Сигетский, такой же 8 метров. Вот это самое страшное. Ну, это помещение. Туалетная схема, так называемая, уже у нас в Одессе. Туалетная схема, когда под маленькое какое-то здание туалет у нас отводят целый рынок, что-то там. Ну, рынок как можно отвести? Только под туалет. Туалет есть рынок, и больше строений нет. Ну, вот мы под туалет отводим целый рынок. Вот так у нас происходит в Одессе. Туалетная ринки – це саме центрове місце. Да. Надійшло питання на номер вайберу на проспекті Добровольського 123 напроти магазину, не буду озвучувати якого. Вчора забетонували площадку, а вночі встановили черговий МАФ. Чи є питання до депутатів, чи є у них дозвіл на встановлення? Ну, я не знаю, я не можу за всі МАФи отвечать, есть ли разрешение или нет. Я сделаю, я возьму адрес, узнаю, есть ли, и если человек может на Вайбер указать, как с ним связаться, там я свяжусь. Там есть контакты, да. Еще, я возьму контакты, сообщу. Ну вот вчера у нас буквально на аппаратном совещании управление торговли докладывало о МАФах, и с уверенностью сказала, что площадь их в городе уменьшилась стремительно, уменьшается. А мы видим, что МАФы растут как грибы, и они занимают уже практически все зеленые зоны, ну, в частности, Черемушек точно. И я не удивлюсь, что здесь, вероятнее всего, какие-то документы есть, но, опять же, что там, какое там капитальное забетонировали, что бетонировали, здесь нужно разбираться. Якщо глядач чи глядачка дає згоду на тебе, ми надали ваш номер телефону Лілії Леонідові, аби вона на те розібралася, просто напишіть у Viber, так, даю згоду, і ми надамо їй ваш номер телефону. Залишається 2 хвилини. Що ще цікавого в лапках завтра готує сесія Одеської міської ради? Ну, от зараз, в частності, в даний момент времени проходить согласительний совет, і, возможно, винесуть такий проект електронного білета, інвестиційний договор, і, возможно, опять же, винесуть вопрос санаторія Молдова, но в такому завуалірованому аспекті розширення вулиці Генуезької. Причем с трамваем, будет проект показан и так далее. Но пока 100% вероятности нет, то есть информации после согласительного только появится, сейчас коллеги должны мне сообщить, будет или нет, но предварительно это может быть. Из таких еще, возможно, каких-то таких интересных вопросов, это тот вопрос, что мы закрываем вот на этой сессии программу ЮНЕСКО, связанную с памятником архитектуры, хотя мне до сих пор непонятно, зачем ее нужно было открывать, так ничего и не произошло. Но, тем не менее, будет отчет и закрытие этой программы, то есть действовать она больше не будет. Что еще такого интересного? Ну вот сейчас вот бюджетная комиссия буквально сейчас приняла решение о том, что будет выделяться 14 миллионов но на электронные учебники, но денег нет. Да, и непонятно. У нас вопрос, не будет ли у школьников вообще это доступ к электронным учебникам, нужно ли вот выделять такую сумму 14 миллионов? Это ежегодно выделение именно 14 миллионов. Как правило, это выделение происходит в начале года. Мне непонятно, почему к этому вернулись, ну, уже можно сказать, в августе месяце, и когда через месяц уже в школу. И здесь вопрос в том, что, ну, сейчас могут еще сыграть на том, что Министерство образования заверило, что в этом году успели напечатать все учебники, и они будут в полном объеме, хотя у нас в городе это тоже очень вопрос такой риторический. Но, тем не менее, я знаю, что уже часть детей, в частности, мой ребенок, пользуется электронным учебником, и если его не будет в этом году, для меня это будет уже вопросом. Я не обсуждаю сейчас вопрос 14 миллионов и стоимости одного, ну, грубо говоря, расхода на одного ученика. Вопрос опустим, но тем не менее на сегодняшний день это уже стало таким, ну, необходимым.
Підводимо підсумки нашого інтерактиву. Чи треба віддавати в оренду комунальні об'єкти? Так, вважають 15% глядачів, ні, 85%. Лілія Леонідова, Євген Іванченко, Ольга Баклаженко були гостями цієї інформаційної години. Завтра буде сесія Одеської міської ради. Усі підсумки у нас будуть вже ввечері у лайв-студії. Буде, як ви щойно тут почули, буде цікаво. Знову ж таки, у лапках. Далі дивіться світові новини, а впісля моя колега Світлана Пензова разом з гостями буде говорити про стихійну торгівлю в Одесі.